Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира» Адриан ван Астаде. Художник мастерской, 1663 год, дерево масло 38 на 35. Адриан ван Астаде – голландский художник эпохи барокко, представитель бытового жанра. Он учился у Франца Халса, а позже на его творческую манеру сильно повлиял Рембрандт. Но особое воздействие оказал талантливый фламандский жанрист Адриан Брауэр. Так Астаде стал бытописателем голландцев. Героями его картин, как правило, являются простые люди. Отсюда соответствующие сюжеты. Сцена в таверне, порой с потасовками, подвыпившие братья, музыканты на веселе, целая галерея, скрипач, флейтист, волынщик, релейщик. Удивительно даже, сколько простолюдинов умело играть на музыкальных инструментах, а особенно на скрипке. На представленном полотне сюжет благопристойный. Некоторые считают, что это автопортрет живописца. Как бы то ни было, вид мастерской и самозабвенно работающего в нем художника вызывает добрые чувства. Просторное помещение, залитое светом из красиво зарешеченного окна, беспорядок, который можно считать творческим. Все выполнено в теплых гармоничных тонах. Одним словом, картина создает романтическое настроение, вызывает грусть по былым временам и состоянию полной погруженности в творчество. Ну, вот такое описание по книге «Великие музеи мира. Художник мастерской». Автор Адриан ван Астаде. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.